Я здесь был последний раз полгода назад. В то время, естественно, строительные работы еще не происходили. Сейчас мы видим определенный прогресс. Меня зовут Александр Ли. Я являюсь директором компании «Казахмыс Актагай». Мы находимся на месте реализации второго крупного проекта группы компаний «Казахмыс». Актагайское медное месторождение, которое по мощности не уступает Башакульскому месторождению, где имеется примерно 1,5 миллиарда тонн медной руды, которая в дальнейшем будет переработана примерно в 4 миллиона тонн чистой меди. I'm Sherwin Lenko. I work here as a construction superintendent. This area here, this is the area where we're building a crusher. This will produce aggregates for the concrete and materials for our main construction. On this time, we're still on mobilization stage, bringing people, equipment, everything to start the main event of the project. First area is the oxide area. Now we already started building the sulfide concentrator area. This area that you see around us is our future camp area under construction. This is where we're going to be located over the next 3 years. My name is Fernando Hernandez. I am the health and safety manager for the Actagay project. I come from the States, state of Colorado. However, all of my team members are from Kazakhstan. Our focus is to prevent incidents, making sure that we work a day and that we were able to finish that day without any injuries. Меня зовут Эльдар Акимгужин. Я являюсь инженером-экологом Актугайского проекта. В данный момент мы находимся на участке выщелачивания. Площадь застройки будет составлять примерно 2 миллиона квадратных метров. Естественно, деятельность, жизнедеятельность человека не всегда в гармонии с природой, поэтому будем внедрять инструменты по минимизации воздействия на окружающую среду. Эти инструменты по контролю, по охране окружающей среды, минимизации воздействия на окружающую среду составляют инспекции, аудиты, в то же время постоянный мониторинг сайта, рабочие участки. В ближайшие полгода мы ожидаем, естественно, значительного прогресса в производстве строительно-монтажных работ. За летний и осенний период должны пройти большие земляные работы, поскольку перед зимой необходимо приступить к началу уже фундаментных работ. Мы ожидаем, что будет значительный прогресс по строительству вахтового городка и офисных зданий и сооружений для того, чтобы этот городок смог разместить необходимое количество людей для строительства, которое будет происходить на следующий год.